Дорогие коллеги, мы поздравляем вас с Днем медицинского работника. Я решила стать врачом из любви к людям. Люблю помогать, люблю быть нужной. Очень хочется помочь сделать как можно больше людей здоровыми, счастливыми. Помогать людям. Создать условия для того, чтобы стоматологическое здоровье с пациентом было максимально долго, а лучше и на всю жизнь. Оставить радостное воспоминание о нашем визите у каждого ребенка. Помогать детям. Безусловно, это призвание. Невозможно не любить стоматологию. Однозначно, это призвание состояния души человека. Коллеги, оставайтесь адекватными, не выгорайте. И любви вам всем. Море позитива и всегда классных пациентов. Благодарных пациентов, кайфа от работы. Конечно же, здоровья. Любить свою работу. Здоровья, душевного благополучия и семейного счастья. Терпения, стойкости и помнить, что наша миссия заключается в том, чтобы заботиться о здоровье людей. Вы должны обязательно ценить, любить себя. Вы все прекрасны. С праздником!